Когда-то давным-давно на земле царил мир и спокойствие, а волшебный дракон жил в мире с птицей Феникс. Но однажды злые силы решили покончить с миром и заточили дракона в темницу. Теперь только отважные герои могут освободить дракона и вернуть мир на нашу планету. Дракон. Смотрите в кинотеатрах с 4 августа.